Forse tu mi bacerai. Вот след от шнура, на котором он повесился. Других следов насилия на теле майора Крайкова не обнаружено. Когда прилетел? Сегодня. Когда назад? Сегодня. Как там в Крыму? Тепло. Давай. Я тебя чего позвал-то? У тебя в ГБ враг. Кто? Точно не знаю, но смерть твоего майора непросто. Это тебе знак. Сгущаешь? Но не мог он в петлю, да еще в кабинете. Служебное время. Ну, застрелился бы. Тут ты прав. Да к гадалке не ходить. Зачем его у тебя забрали? За какие заслуги, да еще в Москву? Ясно, под тебя копнуть? Под меня, Коля, копнуть непросто. Надо придумать, зачем ты ко мне приехал. Ну, да мало ли. А вот, шофера. Сменить, к примеру. Не отдашь вон того? Зачем он тебе? Отдай. Переводом. Бери. Уборка. Меня Лидой зовут.
Ну, действуй, Лида. Да ешь. Хозяин не стал. Устроился? Так точно. Ну-ка, пошли его за Верой. Я за больной Серовой. Да, она уже вышла. Вещи-то возьми. Не прощу себе, что вас прозевал. Мой принцип — все должно быть четко. Поэтому мой кумир Гагарин и частично Экзюпери. Потише, солдат, не гони. Сделаем. Вообще-то я сержант, меня Виктор зовут. И мне велено во всем вам помогать. В чем? Ну, я не знаю, там, исполнять.